Емкости из-под хлора благодаря Алексею Михайловичу Склерову и также благодаря силовикам нашего района, ну, за то, что освещено было само событие, быстренько куда-то увезли, создали три кольца отцепления, увезли в неизвестном направлении, якобы для производства какой-то экспертизы. На самом деле перед нами никто не отчитался, и также то, что прокурору области мы об этом заявляли, тоже никакой реакции как бы не последовало. Вот. Единственное только то, что осветили средства массовой информации, и наши силовики помогли, как бы их оттуда увезли. Куда увезли, мы до сих пор этого не знаем. Ну, Багаевка как бы нас благодарит. Когда забирали хлор, создали три кольца отцепления, но жителей не эвакуировали. Жителей Багаевки интересует один вопрос. Почему деньги на утилизацию хлора были выделены из бюджета Багаевского района, хотя они, жители, как бы заслуживают более снисходительного отношения к бюджету, хотя бы детские садики у них достроить. А то на каждую бочку выделилось, ну, как нам сказали, почти по 250 тысяч за утилизацию каждой бочки. Но на самом деле мы не знаем вообще, как списываются эти средства и как туда вообще попал этот хлор, и почему деньги из бюджета надо списывать.